самый роскошный магазин в Москве. На Мясницкой. Магазин чай, кофе. Шоколадные конфеты. Знаменитый магазин абрикосовых. И вот я выбрала такие конфеты. Вот полюбуйтесь на цены. Золотые трюфели. Отличные конфеты, вкуснейшие, натуральный шоколад. А это вот наиболее популярные северные Авроры, Мишка на севере, ленинградские. Роскошный магазин. Очень ассортимент изысканный. Прага, торт театральный «Север», апельсиновый, джемы, варенье, а вот убранство какое, фонарики китайские, вазы китайские, давайте полюбуемся, зрители, вот такая ваза. Драгоценные. Я помню, эти вазы стояли без стеклянной защиты. Они просто возвышались, ничем не защищенные. Такая роспись. Тонкая. А здесь посуда. Французский фарфор, германский, подарочные чашки. Да, действительно, чай, пусть попробуют. Да, нравится. Цветочная, елочная такая. Гирлянда из хвойных веток. Потолок знаменитый. Кофейная коллекция. Цены за 100 грамм. Это бывшая касса. Я помню. Вот еще одна ваза. Вот кубинский кофе. Так, ладно, давайте. Я, знаете, что хотела? Я в основном спала, но я, правда, хорошая.
Вот моя покупка. Я очень довольна. Конфеты «Стратосфера», бабаевский трюфель и фирменный бабаевский. Новогодняя Москва. Приближается 2024 год. Театральная площадь. Вся сверкает огнями. Так красиво. Арки, кокошники. Множество инсталляций. Шары я вижу, сосульки стеклянные, ой, какая красота. Вот это елочка. Зал. Все ярусы полные зрителей. Сейчас будет звучать опера «Иоланта».
сестра или чай Чайковского. Вот такая атмосфера предвкушения, красивые музыки. Самое чарующее время, начало.